Милюкин Андрей Владимирович. Все, что хотел сказать. Есть желание? Жена, нет? Спасибо за подарок. Вот уже ничего так. Перелази. Перелази на экзит. Так не прыгай еще. Ну ладно. Еще фотки сделаем. Вот на веревку, на которую ты будешь прыгать, лучше не наступать. А то поломаешь. Жизнь себе поломаешь. Камеру держим вот так. Правую, то есть нижним хватом на веревку. Да, вот так все прям на сцене выполнил руки. Так, смотри, сейчас подходим ближе к краю, действуем на заранее отработанной схеме. Все помнишь? Будет команда лево, да, лево, право, право, лево, один прыжок на прыжок, ты прыгаешь, толкаешь ногами. Помнишь? Ну да, это помню. Ну что? Сейчас рефлекс вообще рисует мне другую картину. Все еще жена, спасибо. Да, жена, спасибо. Ну, там что? Увидимся. Хорошо, ну, что? Надеюсь, найдем. Подходи ближе. Совладает? Давай, давай, ты с тобой. Доступ-то старый тоже, да? Да нет. Вот это 16. Ближе. Ну, это нормально. Ближе. Блин, как сыкать. Левую ногу ближе. Надо руки расставить. Да. Блин, как сыкотно, левую, да? Левую ногу ближе. Надо руки расставить просто. Да. Тогда меньше сыкотно. Готов? Ну, вроде да. 3, 2, 1, прыжок. Прыжок. Марина, я люблю тебя! Мы ведем наш репортаж с небольшой высоты. Это был прыжок. Он совершен с аниматора. Метраж я уже не помню, вон новый человек лезет. Меня уже спускают? Да нет! Прикольно было? Ну да. Нормально. Да как-то самый, наверное, экстрим, это когда там стоишь, а дальше уже... Самый экстрим, когда ты в уровне на кнопку.